Хедлайкер. Как определить, что ты императрица? Запоминай. Ты шальная, забываешь все в объятиях юных кавалеров, разочарование не наступает и... тебя зовут Анна. Случай или судьба выберут двух кандидатов, которые поборются за звание шальная императрица. За хороший удар соперник получает лайк, за удар в нокаут суперлайк. Ну а за неудачный, так сказать, репост только дизлайк. Без фильтра все скучное отправляем в директ. Место для чекина — телеканал «Жара». Методом хаотичного отбора передовой электронно-вычислительной машины сегодня за звание «Шальная императрица» поборются Анна Седокова и Анна Семенович. Загрузка первая. Анна Григорьевна Семенович. Пишем: Аня в уме — первый бюст России. Заманила в руки арабских мужей сотни российских девушек. И по сей день блестит. Анна Владимировна Седокова – самое эффективное средство для лечения потенции. Ее инстаграм цитируют все школьницы. Написала гимн всех обиженных и брошенных девчонок. Я самая красивая, я самая сексуальная. Где положена императрица, там и родится. Такой блестящий ребенок, как Аня Семенович, мог появиться только в Москве. Кажется, это был единственный момент, когда грудь Ани оставалась малозаметной для окружающих. Наверное, такое было прекрасное время. Седокова появилась на свет в Киеве. Панни Анну с детства нарекли первой красавицей и не рекомендовали налегать на киевский торт. Так было бы и дальше, если бы я не подошла в какой-то момент к своему зеркалу и сказала: я не имею права на это. За освоение московских земель лайк на счет Седоковой. Анне Семенович за удачную геопозицию дизлайк. С самого детства Семенович ходила по лезвию. И что это вообще со мной такое происходит? Я за себя взялась. В 3 года Аню отдали в секцию по фигурному катанию. Сегодня певица – мастер спорта России и высококвалифицированный учитель физкультуры. Анне Седокова с ранних пеленок и пела, и плясала. И все могло бы закончиться, как у той стрекозы из басни. А нет. Я всегда работаю, я люблю свою работу, я люблю сниматься, я люблю быть артисткой. Седокова закончила с отличием музыкальную и общеобразовательную школы. За знание нотной грамоты лайк на счет экс-виагры. Анне Семенович за бесконечные аксели мимо нот дизлайк. Но, как говорится, бывших участниц не бывает, бывают только бывшие группы. Виагра в разгар популярности распрощалась с главным тестостероном состава. Хочется, чтобы я была счастлива. Анна Седокова ради семьи покинула группу. После этого притяжения с Меладзе больше не было, и даже мольба «Не оставляй меня, любимой» не прокатила. 3 года Семенович отблестела в составе популярной группы. И, в общем-то, я даже не думала, что повезет мне и выберут меня. За время работы в «Блестящих» Анин апельсиновый рай заметно увеличился в размере, а ее российские уши больше не велись на восточные сказки. За легендарный след в истории российских поп-групп лайк на счет Седоковой и Семенович. Фавориты. Анна Седокова посылает мужчин нафиг. Правильно, мужчины боятся быть отшитыми. Нет, речь не о феминистских замашках. Аня – яркий пример того, что не стоит терпеть, если не складывается. На ее счету брак с белорусским футболистом Белькевичем, бизнесменом Максимом Чернявским и бурный роман с танцором Сергеем Гуманом. Я знаю, как встретить одного единственного, любимого, как его найти, как встретить лучшего мужчину в своей жизни. Все, что происходит в жизни певицы, обретает форму в ее творчестве и на страницах Инстаграм. Аня Семенович за кулисье оставляет в темноте. Артистке уже 36 лет, но она до сих пор не была замужем. Он говорит: ты сумасшедшая просто. Я говорю: мне все равно. Говорю: какая? Что вы считаете? Говорю: делайте что-то. Более того, застукать Анну с мужчиной не так-то просто. А может, он агент 007 или капитан дальнего плавания? Капитан дальнего. За богатый арсенал бывших мужей лайк на счет Седоковой. Анна Семенович – самая роскошная невеста России, пока без мужа и без лайка.
По итогам первой загрузки в копилке Ани Седоковой 4 лайка. Королева апельсинового рая получила только один. Но исход битвы еще далеко в ленте. Загрузка вторая. Нашим императрицам и целого мира мало, им вселенную подавай. Ты и я, наша сила в любви, не сдавайся, живи. Ты и я, нам поможет вселенная. Клип Анны Седоковой посмотрели практически 2,5 миллиона человек. Вселенную Аня сняла сама, такой космический дебют в режиссуре. Не просто любовь Ани Семенович не прошелся по земле русской с грохотом и топотом. Я хватаюсь за чувства, все не просто любовь, все не просто любовь, боже, как это странно. Всего 500 000 просмотров, такую дань насобирала Анна. За 2,5 миллиона очей, увидевших вселенную глазами Седоковой, лайк на счет певицы. Семенович пока без лайка. Семенович чуть было не изменила родине. Одна из самых ярких ролей Ани – радистка Зина в патриотической комедии «Гитлер капут». Здрасте, я Зина, радистка. Шура Осечкин, шпион. Ксении Собчак в прямом смысле заткнули рот, а вокруг декольте Семенович кипят шпионские страсти. На счету у Ани участие в более чем 20 картинах российского кинопроката. Каждое ее появление на большом экране – еще один повод затащить мужчину на русскую мелодраму. У Ани Седоковой чуть меньше 10 ролей. Певица предпочитает остаться на киноленте самой собой. Если у вас есть какие-то вопросы, отвечу я, а не позову какого-то, значит. Поэтому никаких запоминающихся ролей и ярких персонажей. За надежду для отечественного кинематографа, талант, над которым плакал Станиславский, лайк на счет Анны Семенович. Седоковой за самолюбование дизлайк. Не дюймовочки. Признаком императорского высочества всегда были пышные формы. Аппетитные округлости Ани Семенович пробуждают не только бурные фантазии, но и злые комментарии. Я проснулась, посмотрела на себя в зеркало, поняла, что я вешу уже неприлично много и выгляжу ужасно нехорошо. Хейтеры завалили певицу советами похудеть и заняться спортом. Аня Седокова – яркий пример того, что мама двоих детей может быть в прекрасной физической форме. Не то, что я такая хорошая, а просто во мне много всего. Седокова не мучает себя изнурительными диетами и нет-нет, да появляется в кондитерских. За здоровый аппетит и антипропаганду голодного образа жизни лайк на счет Анны Седоковой и Семенович. Анна Пресвятейшая Седокова завершает вторую загрузку. В ее копилке 6 лайков. На счету у Анны Государыни Семенович пока только 3. Чем закончится столкновение века, узрите в третьей загрузке. Загрузка третья. В заключительные загрузки за звание «Шальная императрица» сойдутся Анна Седокова и Анна Семенович. Лучшие фолловеры, приготовьте свои лайкомеры. Это финальная битва, в которой главными судьями будете вы. Сложно сказать. Скорее всего, Семенович. Ну, знаете, я выберу Анну Семенович, потому что она женщина, она поймет нас. Семенович. У нее с головой тоже все в порядке. И размышляет она как здравомыслящий человек. Тут хорошая. Ну пусть Семенович будет. Она просто красивая очень, да. Музыка повеселее у нее, пусть так будет, песни повеселее. Она на слуху тоже. Седокова не знаю такую, поэтому Семенович. Наверное, Седокова. Седокова. Есть пара песен, которые мне нравятся больше, чем... Это кто? Мне она больше нравится. Семенович. Лайки подсчитаны. С максимальным репостом тяжелейшую битву выигрывает Анна Семенович. Российская фигуристка, актриса, телеведущая, эстрадная певица. И сегодня к многочисленным званиям и регалиям можно добавить почетное звание хедлайкера в номинации «Шальная императрица».
Хедлайкер.